Так, 17 июля 2021 год, Харьков. Вот у нас Юпитер с галилеевыми спутниками, но сейчас ждем мы того, что рядом с Юпитером пролетит МКС. Я его уже вижу на небосводе, но сейчас, через несколько секунд, он должен слева в половине углового градуса пролететь. Если я правильно выбрал пропорции, должен он попасть в кадр. Ждем. Буквально секунд 5 осталось. А вот он, красавец. Да, ну это нереально навести с 400. Километров до него, до МКС. Двадцать семь тысяч километров в час. Пошли пока посмотрим. На Юпитер и галилеевые спутники. Вот тебе, пожалуйста. Справа в кадре внизу это Каллисто спутник. Слева от Юпитера сначала идет Ио, потом спутник Европа, и потом замыкает шествие Ганимед. Класс. Абсолютный штиль, ничто нам не мешает. Сейчас стоит ИСО 1600. Полос на Юпитере мы пока не увидим, но в следующем дубле, надеюсь, поснимать. Зато спутники видны ярко. Пошли еще Сатурн снимем, наверное, да? Чтоб два раза не вставать. До Юпитера 625 миллионов километров. Это очень близко. Сейчас попробую один кадр поймать. Юпитер и Сатурн-то, в общем-то, уже должен быть. А, вот он-то. Вот это Сатурн. Давай теперь, а вот Юпитер. Наверное, не будет видно на экране. Слишком тускло Сатурн выглядит. До Сатурна 342. Ой, отставить. 1 миллиард 342 миллионов километров. Вот ты мой красавец. И где-то в пяти расстояниях правее, в пяти расстояниях, угловых расстояниях Сатурна имеется в виду. Так, выдержку уменьшаю. Это я озвучиваю технические характеристики для
тех, кто снимает таким же фотоаппаратом Nikon Coolpix 5000, часто спрашивают, какие настройки. Странно, что титана не видно. Да, это тяжело осознать. 1 342 000 000 км. По факту такую цифру, такое число даже запомнить тяжело. Но представить, что объект съемки. Сейчас. Так это же у нас уже Сатурн садится, а я пытаюсь его в восходящей траектории поймать. Эй. Красота. Так, сегодня суббота. У нас не только Сатурн, но и Сатурналия. Намечаются. Ладушки. Не будем удлинять дубль. Есть у нас МКС. Рядом с Юпитером есть у нас Юпитер. Есть у нас все четыре галилеевых спутника. Жаловаться не на что. Спасибо матушке природе за погоду. 17 июля 2021 год, Харьков. Два сорок, что там у нас? Два тридцать семь по Киеву.